Чувашии произошли две крупные аварии. Есть погибшие. Подробности далее. По данным МВД Чувашии, в Шумерлинском районе на 100-м километре шоссе Чебоксары-Сурское в результате столкновения десятки и трех иномарок погиб 36-летний житель Алатыря. Его 5-летний сын попал в реанимацию. Ребенка спасло детское удерживающее устройство. Еще четверо участников ДТП госпитализированы. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Показательный задел Volkswagen Touareg и в лобовую врезался с Nissan Premiera. А затем произошло столкновение Chevrolet Lachetti. Обстоятельства дела выясняются. В Комсомольском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель грузовика провел за рулем более 6 часов. Он и пассажир госпитализированы в больницу.